Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, это просто фантастика, ведь космос где-то рядом, Александра Трусова улетела далеко в межгалактическое измерение. Александра Трусова сделала 5 четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах и успешно справилась с произвольной программой на прокатах в Челябинске. На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию представлена новая произвольная программа Александры Трусовой под роковые композиции из саундтрека к фильму «Круэлла». Саша начала свое выступление с четверного флипа, затем прыгнула четверной сальхов. После этого она исполнила каскад из двойного акселя и тройного тулупа, сольный четверной тулуп, каскад четверной лупс, тройной тулуп, сольный четверной лупс и комбинацию из тройных лупса и тулупа. Исполнилась мечта Александры Трусовой исполнить 5 четверных прыжков, сказал во время трансляции комментатор, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Вернувшаяся в родные пенаты, отделение «Хрустальный спорт» школы самбо-70 Александра Трусова достойно увенчала контрольные прокаты фигуристов сборной России, прошедшие 11-12 сентября в Челябинске, на льду хоккейного клуба «Трактор». И хотя на контрольных прокатах, как известно, жюри не бывает, любому поклоннику фигурного катания было очевидно, что эту своего рода челябинскую презентацию с огромным перевесом выиграла Александра Трусова. Даже обычно скупая на похвалы тренера Терри Тутберидзе в ходе проката Трусовой не раз расплывалась в довольной улыбке, а после встретила воспитанницу одобрительными похвалами, еще бы заслужила. «Саша, и мы простые болельщики фигурного катания, скажем в один голос, ты большая умница, удачи и успехов тебе!» —